понедельник в Самарской области будет ясно и без осадков. Днем 26-29, выше 0, ночью плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер будет дуть южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 29, ночью 17 градусов тепла, ветер южного направления 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясный день, днем 27, тепла, ночью плюс 15, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 34%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.